Вторая фаза кантонской ярмарки. Новое. Тренды будущего лета, точнее щенки. И вы знаете, сколько они стоят. Леденец можно сосать. Да? Делаем один бейджик оставшемуся одному участнику выставки. Маленький лайфхак. Они хотят запечатать фотографии 100 юаней. То есть 100 юаней за пропуск плюс 100 юаней за печать фотографии. А можно сделать хитрее, можно распечатать ее просто как там цифровая печать цветная. Ну и, например, здесь это в Мариоте стоит 23 юаня. Сэкономит тоже еще лишних 12 долларов. Так можно разговаривать с китаянкой, не зная английского. Что, начинается вторая фаза кантонской ярмарки. На ней будут представлены сувениры, подарки, игрушки, все для кухни, товары для домашних животных. И вот мы уже движемся, все сделали бейджики. На визитила. Идем на выставку. Бамбуковые велики. Даже мне понравился, не знаю, ничего такого. У меня все то же самое, только вот это новое. Единороги на 8 марта. Это новый дизайн единорогов. Таких еще не видела. Четыре секции представлены игрушек. И вот, например, тренды будущего лета по надувке. Это надувка внутри с цветными перьями. Очень красиво выглядит, очень гламурно. То есть вы тут уже сразу на выставке можете посмотреть, с чем будут фотографироваться, что будет в Инстаграме на фотографиях, с чем будут девушки фотографироваться в бассейнах. В этом-то и в следующем году, по сути. Короче, игрушки. А здесь коты, собачки, котята, точнее щенки, которые практически дышат, вот они как спящие. То есть у них двигается там животик такой мягенький, полностью натуральная шерсть. Их дети могут причесывать. И одна такая игрушка, в зависимости от размера, там стоят они там 3-5-10 долларов. Вообще просто огонь. С солнечной батареей вот это дышит. Мама и ребенок, по сути. Я думаю, что вы хоть раз в жизни на подарок или, можно себе, если девушки, покупали вот такие вот праздничные шары надувные, которые наполняются гелем. И вы знаете, сколько они стоят. Какая на них маржа, вы можете узнать здесь. То есть то, что стоит там здесь доллар, у вас в стране стоит по 10 и больше. Вот здесь тоже на выставке можно посмотреть, как бы, какие шары будут популярны вот в следующем сезоне. С чем будут девушки фотографироваться в инстаграмчике. Можно бросать кольца, да? Да, да, да. Ты хочешь в меня кинуть? Ну давай. Вайер к работе. Вывожу коробки, сейчас мы цену сравним. И смотри, видишь, мелкая детализация, девочки по два, по три раз собирают, но это вот прям
Также как вот одни клиенты, допустим, на игрушки хотят получить эксклюзив от китайцев и, в принципе, его получают и думают, что все хорошо у них, все супер. Китайцы делают следующим образом. Они берут ту же серию, допустим, вот игрушечных домиков и выпускают их под другим брендом и говорят, вот это наш новый бренд, может быть чуть-чуть отличаться, и эксклюзив на него могут дать какому-то другому клиенту. Они тоже, можно сказать, со своей стороны немножко хитрят. Те, кто любит гриль и, возможно, был в Америке, знают вот эту компанию. Это такое яйцо волшебное, то, что называется большое зеленое яйцо, Big Green Egg. Здесь, по сути, их копия. Они вот есть красные, зеленые, черные. Цена отличается в разы, как среднее яйцо, medium. Оно стоит $280. Самое большое, Extra Large, 374. Оно весит, правда, килограмм где-то 150. Продается оно уже, по-моему, там 1000 за 1500 или за 2. Так, это понятно, а вот это новое. Вау. Ходили к одному из стендов, и рядом стоял байер индус, который показался таким очень суровым, казалось, думали, что он будет ругаться. Я его спросил, как вообще товар этой фабрики. Он говорит, все отлично, все хорошо. Сейчас уже размещаем повторный заказ. Это я к тому, что на самом деле тут у вас на выставке есть, по сути, уникальная возможность спросить таких же байеров, как и вы, из других стран, получить отзывы о качестве, то есть статистику брака, какие-то другие цифры. Они не заинтересованы вам врать, по сути, если вы нормально зададите вопрос, вам нормально ответят, а даже просто узнавать такую информацию, которую вообще нигде вы не получите, просто спросив других закупщиков из других стран. Блин, как живой. Я знаю, леденец можно сосать. Ого! Вау! Сегодня обалденно, кстати, ясно. We'll be right back.
здоровая пища в Китае.